данный момент я живу в Америке со своей семьей, со своим мужем Самиром Камбаровым и Тимуром Камбаровым. Я сейчас исполнила отрывок из своей колыбельной, которую я написала недели три назад. И я горю желанием в данный момент поделиться с вами тем опытом, через который мы проходим сейчас с моей семьей. В сложившейся ситуации, конечно, это трудное время. И я нам всем желаю терпения, смирения и позитивного духа, который нас всех должен объединять. И хочу сказать, что у нас тут тоже очень нелегко и непросто. Люди перестали общаться, люди боятся общаться, и, наверное, это правильно. Но, однако, мы должны забывать, что мы все-таки можем общаться онлайн. И это замечательная возможность, что даже сейчас через океан я могу все-таки передать вам привет. Особенно хочу передать привет моим замечательным коллегам и друзьям из Дагестана, так как я вхожу в Союз композиторов Дагестана и очень счастлива. Вы знаете, у нас обстановка тоже накаляется. Однако люди выходят в свой двор, машут друг другу, говорят: «Привет, как дела? Как у тебя прошел день?» Пускай на расстоянии, но мы каким-то образом пытаемся общаться. Также мы в семье вспомнили давно забытые старые игры настольные, такие как «Морской бой», «Крестики-нолики», «Карты». Мы играем в классики с моим сыном во дворе, решаем примеры мелками, рисуя во дворе. Я хочу сказать, дорогие мои друзья, особенно креативные люди, такие как музыканты, особенно музыканты, артисты, художники, ведь нам немножко полегче, потому что у нас свой мир, в котором мы живем всегда. И мы в данный момент можем углубиться в этот мир и просто-напросто начать писать какую-то новую музыку, или у нас могут возникнуть какие-то абсолютно новые идеи. Я нам всем желаю в данный момент здоровья, и хочется сказать, что не унывайте, не падайте духом. Я вывела для себя такую формулу, как музыка, спорт и общение онлайн с позитивными людьми в данный момент очень сильно спасает. Вы знаете, я учитель, я учу фортепиано и композицию, и я не прекращаю общаться со своими учениками. Ни на минуту мы даже не задумываемся, что можно остановить уроки. Мы в процессе, и эти ученики, они мне звонят, я с ними провожу уроки. Для этого необходимы определенные какие-то средства, которые могут помогать, улучшать качество занятий. Но это очень простые средства, такие как наушники, стенд, вот на котором сейчас в данный момент стоит у меня телефон, прикрепляется к этому стенду этот телефон, и программы, такие как Zoom, Google Duo. Какие мы еще используем? Я думаю, пожалуй, все. Это программы, которые очень хорошо работают на территории России, я уверена, тоже. Вы можете их использовать абсолютно бесплатно. Также я советую с более взрослыми учениками записывать уроки. Через Zoom или Zoom Pro вы можете организовать даже коллективный звонок. Вот я собираюсь устроить концерт со своими учениками. Каждый будет играть свою музыку из дома, и мы будем слушать друг друга. Это очень помогает. Я всегда говорю: дай Бог здоровья тому, кто придумал интернет, потому что мы можем общаться, и в данный момент это так спасает. Я хочу передать эту эстафету вам, дорогие друзья. И если вы сможете, пожалуйста, запишите ваше видео, поделитесь вашим опытом, что вы делаете, какую музыку пишете, что, может быть, вы предложите что-то, как-то выйти из этой ситуации, как-то развлечься. Я очень благодарна проекту «Музыка из дома». С удовольствием сегодня присоединяюсь к этому проекту и очень надеюсь в следующий раз увидеть ваше видео. Пожалуйста, выставляйте, выкладывайте ваши видео, с удовольствием буду слушать, смотреть, и чем могу, конечно, буду помогать. Спасибо большое за внимание, с вами была Гюли Камбарова, до свидания.